Так, не задерживаемся, идем дальше. Посмотрим, будет ли 81-й кооператив. Впервые в проекте переходим на Sega CD. Тоже редкое явление. Мало того, что в эту консоль мало кто играет, еще и кооператив намечается. Нет, Крио, к Борному попозже вернемся. Сначала смотрим заставку Sega CD. Кстати, надо мне громкость проверить. Проверить громкость. Сыба. Да, прикольно так раскидывает просто дюлики. Благомир надеется, что будет Хаггар. Будет. Чего уж там. На PSP в Power Up самый сложный Вайли, серьезно? Так, громкость проверяем. Metro City, a well-known crime capital, has been... Да нормально должна быть. Давай послушаем. A fact which the newly elected mayor and former street fighter Mike Haggard plans to change. At the center of the problem is a huge gang known as Mad Gear. Mad Gear controls all of the major criminal activity in the city. Вот банда Mad Gear. They learned of Haggard's plans. They took immediate action to bring this new mayor under their control. Тебе звонят. Почему нет? А кто будет за камерой играть? Звоню, знаю. Не знаешь? Ну ладно. Майк Хаггар здесь. Хи-хи-хи. Здорово, Хаггар. Беспокоит тебя из банды Mad Gear. У вас неоплаченные счета по кредиту. У нас есть маленькая проблемка для вас. Ваша дочь у нас. И мы выкинем ее в окно, если ты не придешь, придурок. Что? Да мне вообще пофиг на нее. Смотри, говорит, да, говорит, посмотри телевизор, если не веришь. Что вы с ней сделали? Почему бы тебе не прийти за своей дочуркой, мужик? Оставь свой пост мэра, заглядывай к нам на огонек. Капком, все права защищены, все как обычно. Ведь я еще ни одного. Джессика? Моя крошка в опасности. Mad Gear заплатит за это. Стекло-то при чем тут, алло? Взял зеркало, разбил, да. Просто. Не надо так переживать, Коди. Все тоже, да, и мужика я с первого уровня было. Так, идем в опции, и как обычно здесь все печально. Вить, я пока ни одного Мегамена не проходил. 4 уровня сложности, easy, normal, hard, mania. Играем на максимальной сложности. All inclusive, как говорится. По полной программе. Будут панки? Сейчас увидим, Саш. Сейчас увидим. В этом году тоже первый раз поиграл. Ну посмотрим, Вить. Я планирую Мегамена в 400-й начать. Ой, что-то громко. Да нормально было. Причем Джессику сразу показывают. Ой, а бочки-то зачем? Никто не догнать не смог. В общем, вор за Хаггара играет, я за Гая. В этой версии, кстати, Гай обычный игровой персонаж. В Final Fight на SNES его вообще не было. Там и уровня одного еще не было. На аркадных автоматах ты не запускал? Нет, там все нормально, там все есть. Спасибо, Ромик, спасибо. Играем на сложности мания. Максимальная сложность в этой игре. Да, музыка классная, согласен. Ух ты, ты какой. Ой. 10 центов подбери там. И забыл потом. О, монетка. 10 тысяч дали за монетку. Наверное. Нормально так. Хаггар жестокий очень. Хаггар мэр города, ему приходится вершить правосудие на своих улицах. Он правильно делает, а как иначе? Банда оккупировала
Все подворотни. На SNES, да, отдельная версия с Гаем. Есть, привет, Гриш. О, Гриша, здорово. Привет, наш. Кстати, да, на SNES. О, мужик, вы... Зачем? Я же дракон. Я тоже хочу с мужиком. Тоже хочешь? Да. Типа, мы все можем? Конечно, еще нет. Хоть как штаны наложил. Ну а что, всегда же все так ходят, руки в стороны расставили, и так все идут же. Так там такая масса мышечная, там 200 килограмм только. Еще и все двери разбил просто. В мусорном баке курица, это надо съесть. Давай, мою покажу. Тоже можешь съесть. Нет. Да я покажу. Посторожите, пожалуйста, курицу такую, ну бери чего. Продолжение рестлинга, бойцы вырвались наружу. О, а вот и, кстати, уже тот самый коварный тип, который Джессику похитил. О! Шестерки еще досталось заодно там. Куда? Ой-ой-ой, как кричит. Напугал. Музон вообще классный, музон прям шикарный. Ну зато я тебя спас от этого. Ой-ой-ой. Это не сильно будет, конечно. Да что он ко мне все трется? Пошел вон, трэшер. Первый босс мусорщик. Аккуратно, аккуратно. Это была не курица? Я не баннера бы, не пугай меня. Если бы это была не курица, у меня бы хпшку отняли. Пока жив, здоров. О, у него уже маленько осталось. Да, там на один бросок. Гад, опять свалил. Прыгнул! Да еще и огонь! Что вообще происходит? Гоню. Все? Все. Орут, конечно, классно вообще. Звучит даже лучше. Первый уровень прошли. Лоу, разорались просто. Ну, первый уровень для разогрева, но пока неплохо. Так, переходим в метро Сити. Ай-я! Ай-я! Ой, поезд! Поезд весь разбитый. Так хулиганочка, все равно. CD-качество, да, благомир, кстати. Опять же, это ж не просто Genesis или Mega Drive, это Sega CD. Сегодня решили по CD играм в коопе пройтись. Ну, кроме рестлинга. О, вкусняшка. Подкатка. Если что, это что, Алатия, что ли? Что это такое? Гамбург. Ой, опасно. Что-то Андор достался, конечно. Может. Вообще мясорубка знатная, конечно. Рокси сбежала. Сейчас всех найду. И поезд здесь же. Оп! Ты скушал? Хагар хреновый мэр, потому что весь город, да, разваливают. Ну а он что, он же один не сможет тут ничего сделать. Идут такие жители города по парку, а там полуголый накачанный мэр рычит над трупами. Да, я тоже припомню, он там звук отстает маленько. Что это? О, он как меня решил. Ну давай я буду. А, да что ты вот... Ну, Андор у меня решил побить. Как они отскакивают сразу? Просто ехали в метро, пока не подошли. Я мирный житель. Я никогда первый не навязываю драку. Я стараюсь как-то словами все регулировать. Угрозами, но не дракой. Ой, как с блоками достали. Вон она. Съешь сразу. Что какая фигня? Что, нету съесть? Как хочешь, хочешь, бери. Задрал этот. Софт-дринк взял, чуть маленько добавил. Да, ну... Ах ты, я даже не заметил, по диагонали ты меня побежал. Успел втоптать, ну что это? Да кого мне кинь, что ты всех с собой держишь? Блин, я тебе сразу еще одного. Нормально.
Ну, вот это вообще подлость была. Холливуда забил. Отлично. Подошел нож, все-таки взял такой. Да. Бочки, может, где-то будут? Ну, в конце где-то будут, да. Да, мэр рестлер. Ну, по сюжету рестлер, да. Нормального ничего нет. Да, ничего нет нормального. Да я же в них! Ну я кинул в них! Да. Злая игра. Разноплановые все типа выходили. Я кинул. Кинул вот этого с ножами в них всех. Они как ни в чем не бывало все на меня выскочили. Плюс была. Ну, Андора зажал хотя бы. Блин, еще не откинулся. Чего? Готов. Ну, живи ты хотя бы. Я живу пока. Вообще, Саша на мании просто жесть творится. Диванный, здоровый. Ты такие вещи прекращай творить. У меня, конечно, много чего можно, но всему предел есть как бы. Держи с Богом. Хочешь, я его сейчас добью? Да я все уже добью. Ты главное хпшку старайся как-то протянуть. Сейчас кидать будет. Что, ничего не... нету! Бочка будет, значит. Так, с огнем. Наверное, ешь, не вижу. Да, что я жду. Опа! О! Здравствуй! Он еще раз хотел замахнуться. Да. Там, смотри, еще с огнем есть. Да, ну я... Ой! Я нож хотел подобрать, а только тебя стал бить. Четыре противника может выйти максимум на экран, и игра не лагает, не тормозит при этом. Чё ты не взял? Ну ладно. Оставим бездомным животным. Кто придёт, съест, да, там. Кто-нибудь сожрёт. Тут пропорции срать, ну как есть. А может, зря я не съел. Ну давай пробуем. Всё равно на меня напал. Еще нафигел, наверное, там. Но! Гад! Просто гаденыш. О, я задел его. У меня снова такой еще. О, повезло, 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 да, повезло, что. Так, я не лезу пока. Ну давай, я сдохну, ну ладно. Босс офигевает просто. Он реально боится, он боится подойти. Два дурака что-то творят. Смотри, он отходит. Я не могу все время подходить. Все, мне больше супер нельзя делать. Отойди. Я отхожу. Блин! Ну все, добивай тогда ты. Daredevil, привет. Сейчас. Только ко мне вот, чтоб не подошел. Блин, какой напряжен. По одной жизни, да? Да. Еще что-то поднялся. Отлично. Отличной субботы, крики корейского босса, выживание. Отличная игра в кальмара. Здорово, Олеж, привет. Да у нас тут вообще жесть творится, на мании просто жесть. Но здесь хотя бы за очки жизни можно зарабатывать. Хотя с учетом того, что происходит, это навряд ли поможет. Просто мы разбили все
машину. Чтобы все Final Fight'ы на всех платформах проходить собрались. Да нет, просто так совпало. Максон, мы так такие далеко идущие выводы не делаем обычно. 81-я игра в кооперативе, посмотрим, чем закончится. На CD, на Sega CD выходила одна часть. Вот мы сейчас ее играем, в принципе. Спасибо, Олеж. Я мэр, я что хочу, то и делаю вообще. Как я так свалился, непонятно. Меня люди выбрали, а делаю, что хочу, да. Хоть ХП не отняли. Что, оружие показать? Против блока хорошо работает, кстати. Ну, боты, ботики, здравствуйте. Ооо. Бандор. Ну, я попробую подержать его. Пока получается. Если не ошибаюсь, Final Fight... Нет, Олеж, подписана игра. Это именно CD-шная версия на Sega, да. Куда все с аркады перенесли. Ой! Хочешь, я его заберу? Нормально, нормально. Ну давай поближе выманю. Ну, я ударю и тогда забираю. Он блин, опасно. Сам уже выбрал. Опасно. Свою смерть. А, где вместо Коди добавили Гая, любимый персонаж в этой серии. Я за Гая играю, Олеж. Я играю за Гая. Вор за Хагова. Курятина. Ну пусть лежит. Эти враги столько ножей оставляют, кошмар. Че, я все подорвал, что ли? О, идеально воткнул, конечно. Удар Гаем в прыжке от стены. А тут стен не так много, кстати. Очень мало стен. Вот, ножик. Я попробую, Олеж, но вряд ли что-нибудь есть такое. Не сильно разнообразные приемы. Эндор. Так, я свой ход съел. Или там больше не было? Вон еще одна есть. Вот а, ну заберешь так потом. Да как бы тебе не пришлось брать. Ну, все в меня залезло. Да, если что, ты тогда забирай, я пока здесь побуду. Что-то Самсунга забанили за секунду. Возможно, он какое-то слово запрещенное написал. Так это ж этот. Где? Вон куриц, вон за человеком, вон. За человеком все нашел. Все, пошли. Что, ты сразу супер делать будешь? Да. Сейчас Андоры будут. О, сейчас мясорубка попрет. Опа, меня схватил такой. А куда моего друга повез? Да, хоп, за мэр вообще пошел. Давай попробуем. Опа, прыжки. Можно побыстрее забивать. Мне страшно. Я сделаю. Да что делать-то? А чё, когда у меня все ХП улетело? Сложились вроде там. Нет. Бля, ну все ХП сразу за один присест. Да. Минус один. У меня вырвался и за два удара просто вынес. Так у меня тоже. Два раза почему-то уже. Может я оружие брать или нет? Да нет, уже. Капец, просто на мании ХП улетает. Вообще, Максон, интересно было бы, кстати, другие Final Fight'ы поиграть. Дандуры, да, жесткие ребята. Но пока надо с этими разбираться. Сливай. После вас, мистер. Мистер Мэр. Опа. Где-то экран закончится. Где-то, да. Жопная игра, да, диван, можно так сказать. Там Андоры слишком уж сильные. Захват взял и все. По-моему, все к тебе ломятся. Ну, пусть ломятся, все получат. О, я да получу. Я ничего не отнял тебе почти. Стейк, может, и забрать, очки дадут. А все, никого не будет? Ну, что-то никого не видно. Ладно, попробуем. Мне нравится, когда они трубы получают. Какие еще? На аркаде же никак. Почему, Максон? На аркаде можно сыграть. Там нам придется разбираться с монетами, какую цель мы себе поставим. Не хотелось бы на каждом уровне сливать по 10 жизней. На аркадных автоматах мы любую игру можем пройти.
Вопрос в качестве прохождения. Мы не хотим как попало проходить. Я возьму. Если ко мне придет, я выпущу. Хорошо. Там шестерка по копинам. Че, no damage? Да. No damage, второй босс. Жвачка где-то около 40 тысяч, кстати, дала. Прикинь. Сколько? 40 тысяч где-то очков дала. Нормально, хоть это, жизньку дадут. Если не изменяет память... Так уже есть, уже, есть одежда, так они уже нападали вовсю. Уже вовсю нападали. Я мэр, мне все равно. Да что? Да, вот это сам. Вот этого уровня не было, да? Да, вот этот уровень нет, нет его у нас не было. Вот так. Угу. Музон вообще бодрый. Ты уходи. А, уже все, что? Уже все. Я буду бегать тут. Пробуй. Вот это отвратительная локация. Очень отвратительная. Кого-то пнул там. Вот смотри, Олежа, Рокси прыгают. Они, кстати, хотя бы тоже сгореть могут. Да. Спасибо за новый фоллоу, ребята, спасибо. Теперь следующая серьезная цель — это 1000 фолловеров. Что на ней будет происходить, я уже говорил. Да, они все сгорят уже. Держись, вот, держись. Я уже не раз вот, ну, держись второй раз. Ой, отлично. Подожди, главное мне сейчас не попасть. Ну, попадись, я уже все. Ой, страшно. Сейчас бочки покатятся. Давай разобьем. Вот так вот, отлично. Подождем миску. Давай, давай, подождем. Там Олежа спрашивает про какой-то прием. Ну, вот он, я хотел показать. Файл дайвер или как? Да, да, файл дайвер. Вот он. Опа! Тут видишь, Олеж, еще в чем прикол? Враги могут вырываться из захвата. Так, еще попасть. Че, я разве? Давай я. Че, нежданчик, ребятки? Вообще, забавно сделали, здесь враги могут пинать бочки, которые стоят. Ой, пока что нет. Ну, пока нормально все. Давай добьюсь. Давай. То, что будет происходить, прохождение Макаймуры острова одновременно. Нет, Криво, я там ляпнул, что будет алкострим. Ну и каждые 500 фолловеров какая-то игра из топ-10 хардкора. Макаймури, кстати, еще предстоит возвращаться. Давай сам. Не, я что-то против, что ли? О, вот это я люблю! Вот это я люблю! Просто вся пачка там. Тебе бы жизнь кубы. Пожалуйста, что прожми. Да как вот эти вот резкие все пытаются проскочить? Ему жизнь дали. Опа, пузан. Так и не прошел, нет, Кинстейл. Я играл в First Run, дошел до третьего уровня первого круга. Макаймура меня просто уничтожил. Макаймура еще будет, я вернусь в 4-й сотни к ней. Странный, Кинстейл, я думал, ты на стриме был. Макаймура мне еще предстоят страдания. А, сейчас слева будут все эти дураки. Китай туда, если что. Ну, конечно. Не хочу нож взять, трубу хочу. А, ну, конечно, конечно. Давай я тут. Я буду ножики выкидывать. Но иногда противник. Жив еще, брат. Нулевой ХП почти. Если ко мне кого-то кидаешь, то... А, ну... Все, пока. Ну,
О, все равно сейчас страна. Столичный алкострим? Нет, и не Бонни-Рабо. Какой-нибудь? Да что сейчас об этом говорить? До 1000 фолловеров еще как до Луны. Блин, тут сейчас вообще... ТП не сразу дадут. Вообще не факт, что это случится. Но я не знаю, попробуем покрутиться. Будем бегать. Почему толстяки нагло и ссор? Нет, финал фальш первый лучше. Да, я где-то... Гранату. Так, ну я Андора заберу. Угу. А я Рокси возьму. Алкострим Макаймуру. Тихо, иди сюда. Пошел фармить фолловеров. А, сейчас три еще. Да, да, сейчас да. Еще три. Какое оружие? Да кто, что вообще происходит? Какое нафиг оружие? Где мясо? Я мясо хочу. Ну, следующий выпад, когда оно не нужно уже. Блин, ну опять маленько не дотянули. И меня, и тебя. Меня Рокси пнуло там. Ну, ждем до босса тогда. О. Да, как обычно, лифт битэмап это обычное явление. В Double Dragon, в Final Fight, и в Streets of Rage. По крайней мере, в популярных битэмапах точно лифты есть. Сейчас дожди, босс где-то выпрыгнул. Да, нож покрутил. Или можешь оставить? Да, нафига не нужно. Да съешь ты курицу! Бери стейк. Классный бросок! Ты успеешь. Выкини его куда-нибудь. О-о-о-о! Босс, ты красавчик! Сейчас будет бегать, крутиться. Как он по мне попал? Я в супере был! В суперударе! Ой, гранату как... Ну что это такое? Да ё-моё, не могу поймать. У меня не делается супер больше. У тебя нет хлеба, потому что... Сейчас я попытаюсь помочь. Наконец. Ну, да. Тоже нечестная фигня такая, бегать, крутится. Лифт во втором ссор. Незабываемые впечатления. Я не играл. На первом тоже есть. На Максвуд, здорово. Здорово, Максвуд. У нас сегодня очередные страшные разборки. Нормально, 12 секунд. Да, успели развалиться. Да. У меня разочарование. Боссы отвратительные. Все нечестное. Одна жизнь осталась. Ну очки надо тебе все сейчас собирать, что будет вообще. Два раза я умер. Когда уже мясо рядом было. Очень честно. Но музон радует. Музон и графа вообще классные. Управление отзывчивое. На мане что еще можно было ожидать? Конечно, здесь легкой прогулки не будет. Мне нравится, что у Хагра всего одна лямка. Чему вторую не могли добавить? Так, у меня за... Ой, как далеко до жизни. И... Бей их. Шинкуем, сегодня мы с тобой шинкуем. Как они подло выходят. Я пячусь, они на меня идут. Да. Я к ним подхожу, они от меня отходят. Втрожопые все. Сейчас со школы стекла быстро. Да, сейчас, наверное, толстые побегут. Можно скачивать и поражать. Пока один, но сейчас помчаться. Да? О, побежал. У меня слишком быстро. Но здесь он не целует. Он это только в Mighty Final Fight целует. Еще один удар остался. Есть.
Он за... Ой-ой-ой. Ну, ё-моё. Я своих двоих шинкую. Чуть-чуть в чат отвлекся, мне уже прилетело. Привет, Vampire Hop. Vampire, здорово. Да, ХП должно быть. Виноград да. Какой-то синий. Нет, курица. Съем, остальное все забирай, что найдешь. Спасибо. А молоток что? Молоток чё? Тоже забирай, что, зачем он мне? Монетка. Монетка нормально так прибавила. О, так да. Бутандоры будут. С Андорами как-то понаглее надо, что ли? Да ты пока не строй. И палец вечно показывает, такой туда, туда. Собираю? Да, да, да. 10 тысяч. Мне очки уже не особо. Слушай, ну ничего так. Меньше сотни осталось. Сейчас вылезут, наверное. Да. Так, какие вкусные же попал. Ой, кого-то попал. Игрикон, я не понимаю, о чем ты говоришь. Мне твой высокопрофессиональный юмор слишком недоступен, к сожалению. Шарик жрет мясо, он его получит. В виде наших трупов, скорее всего. Ой. Кстати, трубой дольше бьет. Чем ножом? Чем этой катаной. Так, наверное, пиццу сначала. Сначала пиццу, а потом яблоко. Здорово. А, все равно не все восстановили. Да. Женщины бы выходили, если это вообще женщины. Ну, по виду женщины, там уже кто как хочет, так и называют. Они, кстати, быстро поднимаются. Ну да, куда идти, они... мы еще не убили. Зачетный блеск. Да, когда-то были времена. Когда-то реже были времена. Когда труба лежит, она толще выглядит. Видите, все мелкие какие-то моменты подмечают. Так от меня решил умереть. Тебе очки дать не хотел давать. Ой-ой-ой. Алкостримы как форматы жили. Так, они что-то опять наглядничают. Пусть не приодели, потому что это американка. О, я прирезал одну из них. ХПшечка будет, нет? Где-то далеко будет. Street Fighter Muzon. Я пока ни одну часть не играл. Особенно на сюжет. Возможно, запускал какую-то, уже плохо помню. Мне как-то больше Mortal Kombat. Зон пошел веселый ближе к сортиру, да. Ну так вот всегда. Не надо смещаться на мою линию. Тут может трубой прилететь. Даже да, мэру. Больно. Я мэр, все равно получил по башке трубой, да? А, сейчас иди. В японской версии, Гаррет, в японской версии Poison раздеты. Ну не и прям Джек... уж совсем уж. Ну да. И... Может заинтригует человека, пойдет проверять. Он, может, ну, сыграет. Он же знает уже. Дорывайте так. Это прикольно для школьников, которые хвастаются, что могут даже набухаться. Грубовато криво, но в чем-то есть твоя правда. Что сразу есть? Конечно, что ждать? Курятину ешь пока. Курятину пока не ем. Господи, дайте уйти отсюда. Надписи на сортире. Заперли в туалете. Хулиганили, да. Молоток тоже тебе. Кто молоток? Я молоток.
Ой-ой-ой. Сейчас с огнем будет много. Я не успел прыгнуть. Я тоже не успел. Ты что, я не попадаю, что ли? О, наконец-то по мусорному баку попал. Тут байкеры, что ли, какие-то? Нифига, они еще и вдаль могут кинуть. Да, меня вот убили так. Еще драгоценность. Ну все, забирай. Да я не хотел его бросок брать, господи. Ой, повезло сейчас. Ой, повезло сейчас, что обе отбил. Просто жесть. Отбил. Надписи на сортирах, это, наверное, и в Америке, у нас это везде было. Их только нет. Надписи. Он мне в ноги кинул, я нажал отбить. Я стоял, отбивал огонь, который мне кинули в ноги. Опять не дожил один хит до курицы. Забирай. Минус 3 жизни из-за того, что не дожил. Еще один. Здесь нас обоих сейчас будет нагрузить, скорее всего. О, так прекрасный удар был из-за экрана. Гай почему-то очень слабый в этой версии. Вот, кстати, смотри, как собака там. То ли поддерживает, то ли чего. Мясо кучу. Ей просто кучу ножей насыпали. Ножевая диета. Я даже не успел ножик кинуть. Господи, игра, спокойней. Я понимаю, что это мания, но не значит же из игроков вообще делать. Там мясо не успеешь. Да фиг я успею сейчас. Да, конечно, конечно. Максон, я что-то передумал все Final Fight'ы проходить. С этим бы разобраться. Что-то сильно жарко становится. Что-то заколебали там. Просто пока одного бил, второй выскочил. Ну, это классика. Ножей насыпали, просто хоть в магазин относи. Если после конта хайско сбрасывается, нет. Так, ладно. Ух, ё-ма. Чё, будет там? Да. А дальше неизвестно, будет кто нет. У меня плюс 3 жизни могло быть на данный момент. Берись ты их. И до следующей далековато. Гаррет, я напомню, мы не играем по правилам хайскора кооперативно. Возьму, может, как-то просто интересно было. Лис разрубил. Ну, как это он меня сейчас не успел ударить? Статуя так. Свободы, кстати, на заднем плане. Сейчас босс скоро будет уже. Блин, а у меня меч. Давай я вперед. Давай. Подожди, я вперед. Ну, ходи, да. Угу. Достал уже. Чё, да, ко мне тянет. Нулевая жизнь-ка, нулевая. О! Пополняют, просто пополняют. Ой, не туда выйти. Ну все, я его забил там. Целовального босса. Ну вот он, вот это и был Абигейл. Только он не целует здесь. Целует он только в игре Mighty Final Fight. Чё, пятый раунд прошли? Пятый раунд прошли. Надо брюлики тебе собирать, всю фигню сейчас. Ну я попробую. Как-нибудь бегать там, крутиться. Давай буду выманивать. Враги! Я здесь. Не хотят. Ой, о, хоп, подошел! Хотел такой, нифига себе. Лучше бы я не свистел, да. Он стал подходить ко мне. Я вся ой, толпа просто. Ну и хорошо. Там не такие, которые должны быть. Ну если что, прожму спец. Давай. Да ко мне, да, ну так нечестно, они к тебе все. Для них все-таки мэр главная цель была. Главный, главный. А потерпи, Олеж, терпи. Или ты куда-то уходить собрался? Поэтому спрашиваешь. Последний уровень, он трудный самый, как говорится. Сейчас бочки попадут. Мне 50 тысяч осталось. Ну,
даже ту разбил. Что-то Эмералд выпал. Да, да. Чуть-чуть осталось по очкам. Давай с простыми, я хоть подерусь. Давай, давай. Еще могут больше прокатиться. Посмотрим. Видимо, все. Берегите Гая. Бей, иди бей. Я попробую благомер, но ничего не обещаю. О, ну немножко так нормально. 670. Да, там за смерть. Блин, очки сливаются. За смерть еще нормально так это дают очки. Когда убиваешь. А я думал, мне умереть надо было. Нет, тебе не надо. Меня беречь, Криво. Благомир меня предлагает беречь. Ты как наставник сзади стоишь, наблюдаешь. Давай, правильно, давай, так, давай. Правильно бьешь. Вот так вот. 683. С этим я могу разобраться. Там прикинь, тоже сзади такой же стоит здоровый Андор. Так, плохо дерешься, плохо. Как вариант. Очень плохо. Я думал, все намного лучше будет. Давай я снизу останусь. Давай, сейчас слева будет в основном. О, это твое все. Один прорвал. Ой, я его не дожал. Да он вообще как мимо меня просит. 191. Вот это уже вор, держись. Я чуть не убивать же надо кому-то все равно. Какой кошмар, просто кошмар. Поменялись ролями, теперь я сзади. Пусть тебя Нора дам. Не надо, разбирайся сам. Во. Ну вот шестерку ты должен забрать. Забрал. Минус шестерка. Вот этого кидай мне. Да там кто-нибудь другой залезет в это время и все. Вот шестерка. Ну да, пошел. Ну-ка иди сюда. 694 тысячи. 696. Может. Во, еще один подошел. Иди сюда, дружище. Да я. Да как, ну какой живучий, господи! Да, ну ладно, 700 тысяч. Кулачком. Ой, пока живу. Пока живу. Жесть. А что, на лифте, что ли? Да. Опять лифт. Опять? Чё так битэмапах лифты любят? Сейчас, Олежу, скоро увидишь босса. Кто-то точно доживет. Ладно, пока едут, попить водички. О! Сейчас будут бегать. Давай сбиваем как-то и прорываемся. У нас получится вообще. Офигенно, я прорвался. Беги, беги туда, я его кину. Ну я прям на Андора попал. Подошел, ударил меня два раза. Ааа, господи, за что? Это Андор. Так, минус. Минус бегущий. Так тяжело здесь на жизнь набрать и. Одного убил. Я боюсь дальше идти. Оп! Здравствуйте. Еще один. Не хочет здороваться. Да, этот не хочет. Блин, у тебя тоже плохо ласки все. Ну что поделать? Надо же как-то проходить. Да. Ну, все к тебе ломались. Хочешь, бей их. Да я уже вряд ли успею на 900 тысяч набрать. Ну там эти всякие камушки, может, подберешь. Давай я. Да куда вы все с краю-то, господи? Все с краю хотят обойти. Я не успел уйти. Ну, нормально. Еще минус один. Где-то жив вот этот. Скоро, да, мне бы куль... А. Скоро с огнями полезу. Больше, конечно, больше хагру сейчас курицы нужно. Дуваки с огнями, да. Нифига. Я нажал. Чего? Одного взял, как какой-то огонь вылетел.
Что происходит в этой игре? Локин Твич, привет. Конечно, фигню какую-то. Все с блоками вылезли. Ой, я прям другой Локин. Тебя тоже. Да. Это классика уже. Но я вроде далеко стоял, я не знаю, что тут с кикбоксом. Я. Талибы пошли. Рутгер Хауэр, кстати, помнишь, что ножами как-то. Да. Так, подожди, сейчас не торопись, я там посмотрю. Ешь сразу, конечно. Так, да, рано было. Да, там оружие. Так, вот здесь может что-то скрытное будет валяться сейчас. А, скрытный будет. Ну, мне только захват брать, я с оружием. Ой, кошмар, господи, прям еле увернулся от этого огня. Так, сейчас подожди, посмотрю, тут есть что нет вообще. О, видишь, бар. Бар, даймонд. Что-то было тут. Руби. Эмирал, что-то там столько. Даймонд! Все насобирал. Нифига там драгоценности рассыпано. Голд бар! Эх, мне надо было это все съедать. Оружие. Я думал, там мясо будет хотя бы. Да ладно, ты еще успеешь накопить. Так тебе тоже умирать нельзя. Я уже при смерти считай. Нож попирает вместо того, чтобы ударить. Они что-то все опять на тебя накинулись. Какие-то доспехи рыцарские. Минус две женщины. Ну вот издали заколол. Мания это, конечно, не людей. Сложность. Я говорил, люстру упадет. Да, когда он уже начал прыгать, когда он уже падал. Так-то меньше сотни, но это капец. Ну куда ты пошел, дружище? Я здесь. Да ладно, там еще камушки. Игорь, привет. Здорово. У нас сегодня жаркий вечер. Да-да, обошел сзади, конечно. Господи, какая мания вообще просто. Люстра. Даже встать не дают. Ну, Final Fight явно лучше, чем Russian Beat. Да, ты уверен? Уверен. Я не знаю, где же части, конечно, вообще. Сейчас это еще попасть. Ешь ты. Господи, так. Я ехал. А где они? О! Блин, прекрасно. Как кегли сбиваешь. Наверное, да, Final Fight все-таки пободрее. Эх, сзади умер. Russian Beat мы, кстати, еще не всю трилогию прошли. Нам еще предстоит третья часть. Классные хитбоксы. Да с ножом дебил достал. Кошмар, вот это мясорубка. Прекрасно. Я возьму. И меня тоже, конечно. Отлично. На самом деле, Хагером против Фандоров не очень играть. Russian Beat слишком нечестная, слишком кривая. Первая часть еле играбельная, вторая тоже. Мясо вообще не хотят давать. Да. Ой, дурак. Аж толстого сбило там. Я возьму.
Ой, повезло, что я его сейчас как-то застоповал. Восемьсот. Ты опять успеешь? Ну посмотрим, посмотрим. 780. Дайте мясо, пожалуйста. Еще между ног бьет. Куда эффективнее, куда достает, куда и приходится удар делать. Ну, подкатился, да. Блин, я не могу. Так, покатим. Забирай. Когда он сдал. А там еще бочка. Есть! Ну, а теперь его потому что разбивают. Отлично. Может, я тоже миллион наберу? Ну, миллион очков на баране. Ну, сейчас все сдут. Бам! Просто с одного удара. Кошмар. Да. Всех. Еще с огнем. Блин, я уже немножко уставать начинаю от этой мясорубки. Ой, Луки Твич, они с первого уровня нас преследуют. Остальных не сильно. Виталий, а ты много Final Fight'ов играл? Не дали даже. Да, последний не дали выкинуть. Ой, когда это кончится, господи. Ну вот здесь, в колоннах. Ой, я голд бар взял. Чё поджарило? Ничего не делал. Да я там. Там в колоннах вещи, ты же хочешь на него. Камни всякие. Ну, если подобрал, значит больше нет. Вообще много секретов, конечно. Я слишком далеко был. Забирай все это. Всегда где-то далеко почему-то. Аббас взял. Ну, миллион очков я точно не беру. Ну и все тогда. Эдем, здорово. Даймонд подобрал. Он у тебя, кстати, развернулся. Вот сейчас еле отпрыгнул. Что меня сожгло вообще? Ничего не вижу. Да мне как фигня странная вообще сожгла сейчас. Живи. Почему как-то не японская? Ну, мы обычно делаем приоритет в пользу американского рынка. Если по сложности отличается японская версия от американской, тогда рассматриваем японку. А в плане цензуры мы как-то не особо обращаем внимание. О, растоптался. Здесь в основном только от андоров можно увидеть. О, американская зацензуренная, ходит в шортах, мини-топиках. Нас цензура мало волнует. В основном играем то, что сложнее. Если сложность одинаковая, выбираем американскую версию. Чтоб сюжет понятен был там. Вообще все в этом роде. Какая на мании мясорубка просто. Все битэмапы становятся нереально душными на мании. Да там просто за колонной стоит. Радуется жизни. Ду-ду-ду-ду-ду-ду, я даже ничего не успел сделать. Что-то подбираю, кстати, там. Ну вот, видишь, раз одинаковые, мы становились на американской версии. В японке еще раз синхрон, когда они разговаривают начинают. Немножко некрасиво смотрится. Так, Руби взял. Спадать будут, да, каждому по курятине. Как далеко мясо здесь было. Кстати, у тебя курица другая. Да вроде одинаковая курица. Сюжет. О, финальный босс, кстати. Олежа, ты хотел его посмотреть, пожалуйста? О, я кресло сломал его. Я надеюсь, он от этого... Все, платить будешь теперь. Да что, ну я не успел от всех отбиваться. Босс, ты крут. А еще побольше очередь нельзя было высадить? Можно было, сейчас высадить. В смысле рассинхрон?
Японская озвучка не попадает по американским губам, если так понятно будет. Мы играли японскую версию еще до проекта. Да отойди позже. Ты меня застрелил там просто. Все вылетел на. О, я сразу поднялся, кстати. Ой, жесть, ой, жесть. Сколько час почти играю? Да, ну нормально, в принципе. И сразу хоп, и Коди такой. Ну кто-то там решил заныкать мясо в люстру, типа вдруг там никто не проверит. Какая тяжелая игра на мать. А чел после смены там съест. А тут в принципе все, и название с музыкальных групп все собрано, типа Голливуд там, Пак был. I'll never let anything bad happen to you again. I love you, Father. Заставка красотища просто. На Сталина похож. Ну, усами есть. Ну, звончик такой романтичный. Как-то это странно смотрится, когда Коди и Гай вместе идут. Ну, зон романтичный. Все, обратно иду в качалку, как говорится. Ладно, пока титры здесь есть. Есть возможность. Борем пополам, 81-й игрой становится единственный официальный Final Fight на Sega CD. На мании, конечно, душниловка страшная вообще. Спасибо, ребят, кто поздравил. Ты все понял, да? Да, я понял, Тайгер. Джессика сказала, спасибо, отец, что разыскал меня, я так рада тебя видеть. Хаггер говорит, как я мог бросить тебя, малышка, ты же моя единственная дочь. Конечно, я приду за тобой в любом случае. Но это еще не все. Оп! Ну за что он там ходит? И Джессика спокойно стояла, смотрела. Спасибо, ребят. Ой, какая прелесть. Как ты можешь идти сейчас? Пока зло населяет эти улицы, я не могу спать спокойно. О, Коди. Было две дочери, разве? Так, традиционная тырс. Да. Ну, значит... Коп, я тоже тырс написал. Значит, либо одна была не дочь, либо... Либо поизн. Либо поизн, да. Все, ребят. В общем, вот такая жестокая версия.